На самом деле, снижение спроса на жилье я уже заметил как полгода назад. И, как мне кажется, это связано с многими факторами. Например, экономическая нестабильность, растущий уровень безработицы и, конечно же, повышение евробора. Поэтому все меньше людей могут приобретать себе более дорогое жилье в городе Таллине, и цены начинают понемножку падать. Происходит это потому, что все меньше людей может приобретать более дорогое жилье в городе Таллине, и, соответственно, цены начинают немножко падать, а предложение превышает спрос. Поэтому цены и падают. Если говорить о будущем, то я думаю, что желание покупать дорогое жилье в кредит будет, конечно, какое-то время оставаться на прежнем уровне. И поэтому я, конечно же, предлагаю жителям воспользоваться этой ситуацией, вложить средства в аренду недвижимости или купить собственное жилье за городом по более низким ценам, пока спрос на него снова не вырос, как это может произойти в ближайшем будущем.